27 марта 43 года каратная экспедиция гитлеровцев пыталась окружить и уничтожить партизанский отряд «За Родину», который действовал в Орловской области. Немцы пошли на хитрость. Они планировали бросить в бой небольшое подразделение основными силами, окружить и разгромить партизанский отряд. Советская разведка раскрыла замысел врага и воспользовалась его же планом. Командир выделил группу партизан и приказал им вступить в бой с фашистами. Остальные бойцы устроили засаду у лесной дороги, по которой должна была пройти карательная экспедиция. В итоге гитлеровцы сами попали в окружение. До победы оставалось 774 дня.